Артур, с удовольствием приглашаем на наши игры, вручаем абонемент, ждем на трибуну. Спасибо. БК «Химки» регулярно дарит абонементы на домашние матчи. На этот раз подарок получил олимпийский чемпион по фехтованию Артур Ахматхузин. Я не ожидал, если честно, мне очень приятно. Я благодарен, спасибо большое за такой подарок. Действительно, неожиданно достаточно. Ко мне пошли навстречу и дали мне такой абонемент. Я очень рад и, в свою очередь, обещаю присутствовать на всех играх домашних. Абонементы вручают не только известным спортсменам. БК «Химки» – постоянный участник социальных программ по поддержке льготных категорий граждан. Благодаря этому жители могут посещать матчи известной команды бесплатно. Заявки рассматривает руководство клуба. И, конечно, мы ждем химчан на наших играх. В этом смысле у нас действует целая программа. Мы в малоимущим семьям помогаем, конечно, ребятишкам из детских домов. Взаимодействуем мы с, помимо спортивных школ детских, и с общеобразовательными учреждениями. То есть мы стараемся сделать праздник. Баскетболисты принимают активное участие в социальных акциях клуба. В городском округе они проводят регулярные встречи и мастер-классы для школьников, детей-сирот, организуют бесплатные занятия по баскетболу для химчан с особенностями здоровья. Алена Беляева, Ксения Каретникова, Дмитрий Бочаров, служба новостей.